Честно, настроение такое, что вообще ничего не хочется. Просто лежать и ничего не делать, чтобы все было нормально. В моем случае тут даже лежать не получится. Как камеру нормально поставить? Так, найдем. Сегодня у нас 9 июля. Да. И 3 июля я играла с подругой в теннис, скажу так, впервые за 8 лет. Ну, я уже играла, прошло уже 8 лет, как я не играла в него. И после 3 июля, когда я играла в теннис, мы там, то у нас дождь был, то еще что. Типа, и потом 7 июля мы поехали купаться на карьер. Это прям было очень здорово, очень все мне понравилось. Да, вот такие дела. Вчера ходила в гости. Я сейчас тут оставлю, как я играл в теннис. Я оставлю видео, как мы 3 раза. То есть первый раз у нас хорошо получилось, потом второй раз, третий, 3 раза подряд у нас получилось хорошо сыграть. И оставлю видео, где я что-то там говорю, на видеосообщении, где я там на пляже нахожусь с подругой. Все бы очень было здорово, мне очень все понравилось. Я решила что-нибудь выложить, хотя потому что уже давно не выкладывала, вообще нечего снимать. У нас сейчас на улице дождь. Ужас какой. Ливень. Вчера я ездила еще с собакой к ветеринару с мамой и собакой. Тоже у нас Бойко ужасно себя чувствует, прям не могу. Вот такие вот дела у нас. Все такое. Прям вообще. Ну прям вообще, короче, да. Точно надо. А то я с тобой вообще слепой останусь. И придется мне за тебя замуж выходить. Почти. Нормально, держимся. Я снимаю с Дашиного телефона, я загораю. Сними море. Не море, а это карьер. Женщина, ты че? У нас тут музыка играет. А я кайфую, загораю. Я загорала на спине и теперь на животе. Точнее, наоборот. Я ее утопить хотела. Она меня утопила. Нет, еще не утопила. Тебя тогда бы рядом не было. И я бы уже была бы в полиции. Девушку утопила. Ох, у тебя живот мягкий. Такой кайф, кстати, загорать. Я впервые в жизни загораю так. А там можно на телефоне. Я снимать не хочу. Так что мы отдыхаем, гуляем. Впервые за 3 года, ну так 2-3 года, мы наконец-то поехали купаться. Ура!